Главные новости Украины и мира узнаете в материалах корреспондентов подробности. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте и смотрите в выпуске. Бойня в СИЗО. Из-за чего бойцы скандального торнадо сцепились с конвоем и как усмирили подсудимых? Холодный душ от президента. Чей пыл остудил глава государства в Одессе и кем заменил Саакашвили? Зеленый перевал. Почему снова дорожает доллар и почем скоро будем его покупать? Околеть на колее. Почему в недешевых львовских электричках морозят пассажиров? Ночной бунт, потасовка с конвоем и отрезанное ухо. Это картина минувшей ночи в столичном Лукьяновском СИЗО. Так бойцы бывшей спецроты «Торнадо» выпускали пар после судебного заседания. Чем обернулась и чем закончилась выходка подсудимых? Во всем разбирался Александр Васильченко. Информация о том, что в Лукьяновском СИЗО бунт заключенных по делу «Торнадо» появилась поздно вечером. Сообщили, что есть раненые. В нацполиции заявили о нападении на сотрудников СИЗО. На этих кадрах видно, как подозреваемых в деле «Торнадо» доставляют в изолятор после заседания суда. Заблокировала охрану. Была поднята по тревозе установа, особый склад установы, национальная полиция в городе Киева. С метою запобігання каких-то ускладнень заблокировала подходы до СИЗО. Спустя несколько минут один из обвиняемых, Максим Глебов, с позывным «Ахиллес», за точкой отрезал себе ухо. Позже эту информацию подтвердил и сам бывший командир спецроты Руслан Онищенко. В Фейсбуке он уверяет, конфликт спровоцировали работники СИЗО. Якобы начали издеваться над заключенными. Этой версии придерживается и адвокат бывших торнадовцев Владимир Якимов. Но утверждает, заточки у его подзащитного не было. По его словам, обвиняемых долго держали в комнате досмотра. Потом конвоиры начали психологическое давление. И Глебов не выдержал. Там находился стол камеры, в комнате, там, где их обыскивают обычно. Он забежал туда, схватил, вырвал оттуда кусок железяки этой, да? Выбежал и взял себе ухо. Говорит, я не могу терпеть. Хватает ухо и начинает его себе резать, это ухо. Никакого конфликта между сотрудниками СИЗО и обвиняемыми не было, утверждает замминистра юстиции Денис Чернышов. По его мнению, таким образом Глебов хотел привлечь к себе внимание. В Минюсте признают, у Глебова была заточка, но откуда она взялась, объяснить не могут. Его конвоируют в суд, потом он находится в здании, в помещении суда, потом он конвоируется обратно на территории следственного изолятора, и это все действия происходят вне, так сказать, надзора пенитенциарной системы. Поэтому сказать, где он ее взял и в какой именно период времени, где он находился, мы не можем. Он был отконвоирован в больницу, ему была проведена операция, пришили ухо. А это кадры вчерашнего заседания. И как оказалось, во время слушания между обвиняемыми Глебовым и Онищенко произошла ссора. То, что ты бык, виноват только ты. По мнению прокуроров, это и спровоцировало агрессию Глебова. Во время вчерашнего судебного заседания командир роты Онищенко неоднократно оскорблял и унижал честь и достоинство обвиняемого Глебова. Так как Глебов, по мнению Онищенко, неправильно отвечал на его вопросы. В своих показаниях Глебов фактически подтвердил, что в роте «Торнадо» существовал подвал, в котором содержались незаконно задержанные. А именно признал факт содержания в этом подвале 5 потерпевших по этому уголовному делу. Вот этот подвал. Видео еще в прошлом году распространила военная прокуратура. Экс-торнадовцев обвиняют в создании преступной организации, пытках, изнасилованиях, убийствах и вымогательствах. Александр Васильченко, Елена Митясова, Богдан Вербицкий, Геннадий Аникеенко. Подробности телеканал «Интер». Не все так спокойно в Лукьяновском СИЗО, как уверяют в полиции и Минюсте. Одно из изданий со ссылкой на свои источники в прокуратуре сообщает, забастовка торнадовцев в изоляторе привела к сбою в работе судов. Сегодня якобы заседания, на которые обвиняемых должны были доставить из Лукьяновского СИЗО, отменили. Арестованных утром не успели спустить в спецбоксы и завернули все автоконвои. Некоторые слушания прошли в режиме видеоконференции.
В Одессе участник АТО и экс-зампрокурора области устроили перестрелку прямо посреди улицы. Конфликт начался из-за того, что жена одного из мужчин, которая была за рулем, нарушила правила дорожного движения. По словам свидетелей, первым открыл огонь бывший правоохранитель Валерий Лавров. АТОшник получил ранение в ногу, но не растерялся, тоже достал пистолет и выстрелил. Пуля попала экс-прокурору в бедро. Полиция задержала обоих, пистолет отправили на экспертизу. Зарегистрировано ли оружие, откуда оно и почему его носили участники инцидента, в полиции не сообщают. На наградном оружии министр внутренних дел сделал бизнес. Начиная с 2014-го Арсен Аваков роздал своим однопартийцам из Народного фронта и приближенным особам беспрецедентное количество пистолетов и автоматов, более 2000 стволов. А на их перепродаже в оружейных магазинах заработал около миллиарда гривен. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщил в Facebook депутат Сергей Каплин. Нардеп направил министру запрос с требованием огласить пофамильно список людей, которые получили в последние 3 года наградное оружие из рук Авакова. А ГПУ и СБУ попросил расследовать возможную коррупционную схему заработка на наградном огнестреле. Также, по словам депутата, в Верховную Раду передан законопроект о запрете министрам-силовикам вручать кому-либо наградное оружие. Наградное оружие анонсировалось на прайсах единым способом в магазинах по продаже. И посредством награждения выписки документов легализировалось у будущего потенциального собственника. Взятки для легализации оружия после передачи им статуса наградной составляют порядка 10-17 тысяч долларов. За это время Арсен Аваков вместе с Народным фронтом в кавычках заработали порядка 25-30 миллионов долларов. Такого оружия на руках у многих и многих друзей Народного фронта Авакова тысячи единиц. Я официально заявляю, что требуем немедленно прекратить вооружение Народного фронта, мафии Ценюка. В Одесской области новый губернатор. Им стал Максим Степанов. Представлял его президент Петр Порошенко. Какие задачи новому руководителю области нарезал глава государства и какую оценку дал работе его предшественника? В репортаже наших корреспондентов. В конце декабря Максим Степанов победил в конкурсе на должность одесского губернатора. Ранее руководил госпредприятием «Полиграфкомбинат Украина», где изготавливают бланки документов. Представляя нового руководителя региона, Петр Порошенко отметил, Степанов – человек для Одесской области не новый. В свое время был заместителем председателя обладминистрации. Он не лише господарник с великой литеры, но и громадский діяч, людина, яка має досвід державного керівництва, людина, яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах. Президент буквально обрушился с критикой на бывшего одесского губернатора. Дорог нет, таможенных поступлений тоже. Новый термінал аеропорта не построен. Теперь эти задачи предстоит решать Максиму Степанову. Я впевнений, що ми в змозі всі разом дійсно в дуже стисли короткі терміни показати класний результат, і дійсно Одеська область – це перлина всієї України, і вона повинна бути такою. Похожей ситуацией в Одесской области президент был не очень доволен. Даже осадил одного из глав райадміністрації, когда тот попытался его перебить. Вибачте, я вам поки що слова не давав. Ви призначені указом президента. Прошу сісти. Якщо ви хочете доповісти президенту будь-які информацию, я вам надам цю можливість. Сідайте. Глава государства рассказал, это благодаря реформе. Прирост бюджета объединенных территориальных громад превышает 50%. Не обошли стороной и ремонт дорог. По словам президента, в нынешнем году на строительство магистралей предусмотрено почти в 3 раза больше средств, чем в прошлом. 30 миллиардов гривен. Порошенко говорит, эта сфера в приоритете. Я беру это под свой контроль. Нам треба зараз, чтобы мы завершили проектные работы, завершили тендеры в найкоротші терміни. Причем обеспечить, чтобы перевагу мали украинские виробники. После совещания Порошенко отправился в Николаев. Там он открыл новый фехтовальный зал. Ленточку вместе с губернатором области Савченко и президентом перерезала и известная саблистка Ольга Харлан.
Затем глава государства вручил ордера на квартиры для бойцов АТО. Даниил Снисар, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер, Одесса. Дело НАБУ против экс-нардепа Мартыненко, которого подозревали в получении взяток и отмывании денег, будет закрыто. Таково решение Соломенского райсуда столицы. Об этом пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу бывшего депутата. Эту информацию подробностям подтвердил и адвокат Мартыненко Петр Бойко. Именно он подал жалобу в отношении Национального антикоррупционного бюро. Первым пунктом он признал деятельность НАБУ противоправной. Рік уже розслідування пройшов, а жодного рішення не прийнято. І, зокрема, маючи всі підстави закрити кримінальну справу, НАБУ кримінальну справу не закрила. І другий пункт. Суд зобов'язав 10-денний термін прийняти рішення по закриттю кримінальної справи. Рішення остаточне і оскарження не підлягає. Под прицел НАБУ попали должностные лица Нацбанка. Антикоррупционеры расследуют, не было ли нарушений со стороны высших чинов НБУ и Фонда гарантирования вкладов при оценке активов ликвидируемых банков. Речь идет о возможных махинациях на сумму около 316 миллиардов гривен. Следствие ведут по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». Доллар сегодня подорожал еще на 40 копеек. Американскую валюту в некоторых обменниках продавали по 29 гривен, а за евро просили 30,5. Почему курс растет не по дням, а по часам? И не рискуем ли мы побить антирекорды 2015-го? Расскажут наши корреспонденты. Курс на новые рекорды. В столичных обменниках цифры меняют по нескольку раз в день. Сегодня в некоторых за евро уже просили 30 гривен 60 копеек, а доллар подбирается к 29. Каждый скачок означает, что вскоре поднимут и цены в магазинах. Все меньше и меньше мы можем купить на наши деньги товаров. Беднеем на глазах, что-то сказать. Покупать стало меньше товаров. Экономлю. Очень жестко. Те, кто запасся долларами, новым цифрам не нарадуются. Правда, уровень оптимизма падает вслед за гривней. Ті заощадження, які є, бажано було тримати в валюті. З одного боку, здавати приємно, але все одно ціни йдуть вверх. Тому з цього ніхто не виграє. Коли він є стабільний, ти розумієш правила гри, які є. Ти можеш на щось розраховувати, а зараз... Но вот для экспертов такие скачки новостью не стали, пока в Нацбанке рассказывали о дизайне новой тысячегривневой купюры. Украинцы после национализации привата массово скупали евро и доллары. Перед национализацией відбувався відтік депозитів. Я думаю, десь мільярдів на 20 депозити привата зменшилися. Відповідно, ці гроші не знайшли, мабуть, що іншого застосування, ніж на валютному ринку. Друга причина – це надвисокі бюджетні витрати, які були в грудні. Держава заявила, що вона випустила облігації внутрішньої позики на 105 мільярдів гривень. Це дуже велика сума, і бізнес запанікував, він чекає девальвацію і інфляцію. Успокоить рынок и людей могли бы новости от МВФ. Еще с прошлой осени власти рассчитывают получить очередной транш в 1,3 миллиарда долларов. Но из Вашингтона пока никаких вестей. Эксперты не исключают, после инаугурации нового президента США МВФ может ужесточить требования к Киеву. Если не отримаем, то, знову ж таки, я думаю, в лютом мы будем спостерігати новый сезонный пик и новые ціни на долар, які перевершують всі попередні рекорди. Тим не менше, я думаю, що навесні, коли у нас відпаде потреба імпортувати енергетичні ресурси, ринки заспокояться і ми повернемося до 27-27,5 гривень за долар. Экономисты уверены, если к концу года транша все же не будет, курс может серьезно вырасти. И тогда НБУ, возможно, придется задуматься о дизайне купюр еще более крупного номинала. Алексей Пшемыский, Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер.
Пока о новом транше ни слова. Но сегодня официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, Международный валютный фонд вскоре может пересмотреть программу сотрудничества с Украиной. По словам Райса, конкретной даты заседания Совета директоров пока нет, но ожидается, что оно состоится в ближайшие недели. Фонд отмечает прогресс со стороны Киева, в частности, принятие сбалансированного госбюджета, который содержит условия программы МВФ. Напомню, она предусматривает выделение 17,5 миллиардов долларов, а очередной транш должен составить 1,3 миллиарда. Миллионы Лазаренко. След украденных денег нашли в Литве. Есть ли шанс вернуть их Украине и почему в деле, которое длится годами, до сих пор не поставлена логическая точка? Подробнее Елена Зорина. 30 миллионов долларов. Именно такая сумма лежит на счету одного из банков Литвы. Документы, подтверждающие это, выявили журналисты. Средства заморожены в литовском отделении шведского банка. И на протяжении последних 17 лет литовские суды продлевают запрет на пользование деньгами. Антигуа, Лихтенштейн, Гернси, Швейцария и Литва – это те страны, в которых нашли активы Павла Лазаренко. По разным данным, сумма украденного и спрятанного на заграничных счетах колеблется от 200 до 250 миллионов долларов. Впрочем, в украинской генпрокуратуре говорят, речь может идти и о большей сумме. Поэтому литовским миллионам тут не удивлены. Це справа, яку порушив департамент юстиції Сполучених Штатів Америки против Павла Лазаренко. По факту незаконно здобутих їм грошових коштів на суму порядка 280-290 мільйонів доларів США. Зазначені кошти заарештовані в 5 юрисдикціях міжнародних. І, відповідно, ця новина про 30 мільйонів в Литві не стала для нас новиною, оскільки останні півроку ми надзвичайно активно працюємо з американськими колегами. Павел Лазаренко сбежал из Украины в 99 году. В 2004 по обвинению в отмывании денег его осудили уже в Америке. Пока сидел, дело о его офшорах обрастало новыми подробностями. Украинское расследование сейчас насчитывает 30 тысяч томов. Известны схемы, как выводились деньги, на кого оформлены счета. Но пока большую часть украденных миллионов вернуть так и не удалось. Нам организовано допит низки важливых свидетелей. Це і колишні очільники українського уряду, віце-прем'єр-міністри і міністри. Як тільки буде, і ми сподіваємось, рішення буде позитивним, ми розпочнемо безпосередній процес повернення грошей в Україну. Эксперты убеждены, некоторые суммы можно было вернуть уже. Могла бы помочь Америка, но мешают обжалования адвокатов сбежавшего чиновника. Сам Павел Лазаренко, похоже, особо не переживает. 63-летний экс-премьер Украины живет в Калифорнии со своей женой в доме почти за 2 миллиона долларов. Воспитывает троих маленьких детей и ждет предоставления политического убежища. Елена Зурина, Александр Пантелеймонов, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер. Высший Хоссуд Украины остался без главы. Артура Емельянова отстранили сегодня от должности. Генпрокуратура подозревает служителя Фемиды в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. Это послужило основанием, чтобы Высший совет юстиции запретил Емельянову занимать судейское кресло сроком на 2 месяца. Судья уже намерен обжаловать это решение. Напомню, в октябре прошлого года Артуру Емельянову избрали меру пресечения в виде залога в 1,5 миллиона гривен. Под стражу не брали, ограничились обязательством не покидать пределы Киевской области. Досліджуються обставини, саме пов'язані із впливом на суддів, то відповідно важливо було відсторонити цю особу від здійснення своїх повноважень на час досудового розслідування. На Світлодарській дугі не прекращаються обстріли. Бойовики днем укріпляють позиції, а ночью б'ють із мінометів по позиціям українських воєнних. Прошлой ночью найомники одновременно ударили по сусідньому Авдіївці і Новгородському. Подробніше із зони АТО Ірина Баглай. Тому що не прострілюються з муравейні і хруща. Тому як би треба запасатися, щоб вони не відбували. А вдома швидко перебігати. Днем на Светлодарской дуге почти тихо. Иногда слышно, как боевики простреливают территорию из пулеметов. И взрывы напротив своих позиций на нулевом рубеже военные объясняют так. Это боевики подрывают замерзшую землю, строят блиндажи. Днем они укрепляют свои позиции, потому что, я думаю, что боятся, что будет дальше. И они взрывают окопники, там через лес роблять себе окопную линию. Ну, укрепляются.
С конца декабря военные не помнят ни одной тихой ночи. В прошедшую подсчитали. Противник выпустил в их сторону не менее полусотни мин запрещенного 120-го калибра. И раскидывать. Они сейчас начали раскидывать по всему фронту, по нашей линии обороны. Не конкретно бьют по одній позиції. 120-й и Васильки, це таке. Ну и БМП. Нам чуть даже там на позиціях, чуть як БМП перемещается, выехала, стреляла с одного места, переехала в другое. Во время таких ночных массированных обстрелов мины, выпущенные боевиками, долетают и до самого села Луганского. Буквально в нескольких метрах от жилого дома вот не разорвавшаяся мина 120-го калибра. Военные оградили ее, чтобы никто не пострадал. Лесопосадки, где противников разделяют сотни метров, бойцы в постоянном напряжении. Прячась в зарослях, штурмовые группы боевиков регулярно пытаются подобраться ближе. Дуже интенсивно, вы сами наблюдаете, деревья от повалки. Ну, за сутки БК почти все уходит. То есть надо постоянно носить гранаты, патроны. Пулеметы, это 14,5 КПВТ, ДШК, утесы у них. Ну, 7,62 – это редкость, в основном крупнокалиберные. Этой ночью российские наемники ударили сразу по нескольким направлениям. Мины рвались в районе Новгородского и севернее. Из тяжелого вооружения боевики били по Авдеевке, целились по промзоне. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Отмена санкций против России возможна только при условии четкого выполнения Минских соглашений. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд во время выступления перед иностранным дипкорпусом в Париже. Это была его последняя речь на подобном собрании в роли главы французского государства. Олланд подвел итоги своей работы и проанализировал события в мире. Украину упомянул в контексте конфликта на Востоке. По его словам, Франция и Германия инициировали Минские соглашения и усадили Россию за стол переговоров, чтобы сберечь мир в Европе. Мы с Ангелой Меркель проявили инициативу разобрать нормативную формулу, чтобы сохранить мир на наших границах. Поэтому и подписали Минские договоренности. Но их выполняют не полностью. И мы всегда демонстрируем нашу поддержку в осуществлении Минских договоренностей. Но в то же время я хотел бы подчеркнуть, санкции нельзя отменить, пока все обязательства не будут выполнены. Диалог необходим, но он должен быть бескомпромиссным и отвечать нашим интересам и принципам. Очередные задержания в оккупированном Крыму. Сегодня около 9 утра ФСБ обыскала квартиру семьи Виноградовых. Андрей Виноградов – активист Украинского культурного центра, работающего в Симферополе с 2015-го. Но, как сообщили в центре, он не публичная личность, как и его жена Наталья. Силовики изъяли компьютеры и документы, супругов забрали в управление ФСБ и допросили. После чего у Виноградовых взяли подписку о неразглашении информации, касающейся общения со следователями. Наталья, супруга Андрея, отпущена. Интересовались страницей в социальной сети Facebook и ВКонтакте, то есть размещенная информация там, ее фотографиями. То есть ее политическими взглядами. В рамках данного доследственной проверки следователь опросил ее мужа, Виноградова Андрея. Мы сослались на 51-ю статью Конституции Российской Федерации и пока отказываемся от дачи показаний. Дождь под запретом. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил вещание российского телеканала. Каковы причины такого шага и как отреагировало руководство СМИ? Все подробности в сюжете наших корреспондентов. Интернет-формат. Теперь только так украинские зрители смогут смотреть эфир российского телеканала «Дождь». Решение нацсовета гендиректор СМИ Наталья Синдеева прокомментировала коротко. Очень жаль. Интервью на камеру у руководителя канала «Дождь» давать отказалась. Официальная позиция изложена в сети Facebook. Надеемся, что наши зрители найдут возможность смотреть «Дождь» через наш сайт, приложение в Smart TV и другие каналы распространения. А сегодня вечером мы покажем редкий концерт украинской рок-группы «Океан Эльзы». Российский телеканал отключили из-за вопроса принадлежности Крыма. В своем эфире «Дождь» неоднократно указывал его на картах как часть России. В нацсовете сегодняшнее решение прокомментировали так. У канала было два выхода. Або, знаете, сделать украинскую версию и не показывать эту карту, бо тем самым они не только не признают то, что Крым належит Украине, а навпаки, они признают, что Украина є без Крыма. Мы живем в Украине, мы работаем за украинским законодательством. Якщо телеканал хоче працювати по українським законам і хоче поважати почуття України,
українців, не тільки почуття, виконувати українські норми, він має вилучити, привести відповідність свої програми. До сьогоднішнього дня російський телеканал «Дождь» в Україні транслювали почти 90 провайдерів. Доступ к нему имели около 500 тисяч пользователей. Офіційний документ о запреті віщання «Дождя» опубликуют 16 января. С этого момента у операторов будет месяц, чтобы исключить канал из сетей. Ирина Иванова, подробности, телеканал «Интер». Джозеф Байден на этой неделе посетит Украину. 15 января он встретится с Петром Порошенко, об этом сообщает сайт администрации президента. Глава украинского государства и вице-президент США могут обсудить конфликт на востоке Украины, а также дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона. В команде 44-го президента США Барака Обамы именно Байден координировал сотрудничество с Украиной и поддерживал реформы в нашей стране. Байден завершает свое пребывание на посту 20 января, когда присягу президента США примет Дональд Трамп. Автор скандального доклада о Трампе в бегах. Как утверждает BBC, отчет о российском компромате на будущего президента США составил бывший британский разведчик Кристофер Стил. Но несколько дней назад он покинул свой дом и теперь не выходит на связь. Собранные им данные накануне вызвали широкий резонанс. В то же время журналисты обращают внимание на множество ошибок в документе. Сам Трамп опубликованные данные назвал ложью. Первая партия танков, бронетранспортеров и самоходной артиллерии США прибыла в Польшу. Вслед за ними приедут и около 3000 американских военных. Они проведут в Восточной Европе 9 месяцев, после чего на дежурство заступит следующая смена. Решение об отправке дополнительных войск в ЕС принял действующий президент США Барак Обама. После того, как страны Балтии и Польша выразили опасения в связи с потенциальной угрозой со стороны России. Отмечу, что это крупнейшая со времен Второй мировой войны передислокация американских военных в Европу. В Бельгии двум подозреваемым предъявили обвинение в причастности к терактам в Париже и Брюсселе. Об этом сообщила Федеральная прокуратура Бельгии. С подробностями наш корреспондент в Брюсселе. Исторический район Лакен – один из самых престижных в бельгийской столице и очень популярный среди туристов. Именно здесь проживали двое подозреваемых. Полных имен правоохранители не разглашают. Мужчину поместили под стражу, а женщине предъявили обвинение в даче ложных показаний и освободили условно. В сообщении прокуратуры указано, цитирую, «их подозревают в предоставлении Халиду Эль-Бакрауи фальшивых документов, которые позже использовали для подготовки парижских атак». Итак, Халид Эль-Бакрауи – это один из исполнителей терактов в брюссельском метро в марте прошлого года. Он также причастен к парижским атакам. Полиция установила, что он арендовал дом в бельгийском городке Шарлеро, где готовили теракты во французской столице. С марта прошлого года правоохранители в Бельгии провели уже более сотни рейдов в поисках причастных к исламскому государству. В стране сохраняется третий уровень террористической угрозы из четырех возможных. Юлия Мендель, Вадим Свиридонов. Подробности. Брюссельское бюро телеканала «Интер». На шаг впереди. В Европарламенте одобрили безвиз с Грузией. Вопрос рассматривал Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам. За проголосовали 42 депутата, против двое, один воздержался. Следующий шаг – голосование на пленарном заседании Европарламента. Это случится, скорее всего, в феврале. Кроме того, евродепутаты должны одобрить механизм приостановки действия безвизового режима с третьими странами. В Европарламенте прогнозируют, что этот механизм заработает в марте апреле, и только потом должны начаться переговоры по украинскому вопросу. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Снежный налет. Зачем в Днепре разгромили машину с коммунальщиками? Секрет Поли Шинеля. Почему в Германии информацию о доходах мужчин сделали общедоступной? Не все то золото, что блестит. Как боевики Хамас шпионят за израильской армией через соцсети. Украина готова экспортировать электроэнергию. Министерство энергетики уже готовит соответствующие документы. Продать планируют более 1 000 000 000 киловатт-часов. Об этом шла речь на рабочем совещании под руководством премьера. Говорили об обеспечении энергоресурсами и во время отопительного сезона. По словам Владимира Гройсмана, ситуация сейчас стабильна, но уже надо готовиться к следующей зиме. Зараз наше завдання забезпечити сталість і нашу справжню енергонезалежність. Тому
я ще раз наголошую, що завдання на сьогодні по накопиченню енергоресурсів вугілля має бути незнижуємий залишок 1,9, мінімум 1,9 мільйона тонн. По газу, я думаю, що цифри, які оголошені, 8 мільярдів, на завершення сезону є абсолютно прийнятними. Весной потеплеет. Такой неожиданный ответ дали львовские железнодорожники своим замерзающим пассажирам. Дело в том, что в дизель-поездах, курсирующих по Львовской области, нет отопления. Почему и как не околеть, если ехать нужно, расскажет Галина Якушка. Дизель-поезд Львов-Ходоров. На окнах иней. Двери закрываются неплотно, снег попадает вовнутрь. На улице минус 5. В вагоне не теплее. То холодно, ті трамвайчики, сидушки, вибачте, що примерзаєш і хворобу заробляєш. Приходиш і от так о, дехто в вагонах тупотить. Ніякого ні палива, ні нічого нема. Поезд курсирует в Ходоров 4 раза в день. Путь в одну сторону занимает 3 часа. Чтобы не замерзнуть во время поездки, люди надевают на себя несколько слоев одежды. Вот так вот. Трошки худила, трошки сидела. Ты так ехала до Львова? Весь. Согреваются кто как может. А как можно говорить? Взятую. Молодые девчата, я кажу, теплее стоит. Проводник объясняет, холодно, потому что дизель-поезда не оснащены системой отопления. Немає взагалі, наприклад, ну, наприклад, так, двигуна. А від двигуна все йде повітря сюди на вагони. Як нема двигуна, звідти воно не прийде сюди. Кроме того, виноваты і самі пасажири, говорять железнодорожники. Люди за собою виходять, двері між вагонів не закрили. Тепло втікає набагато скорше, чим воно поступає. Це теж треба розуміти. Якщо ми даємо 20 хвилин на посадку пасажирів, і ви вважаєте, що поки люди всі зайдуть в вагон, звичайно, тепло втікло. Таких дизель-поїздів на Львовській ЖД 26. Всі состави служили мінімум по 30 років. Їм давно пора на свалку. Но поки замінити рухляд нечим, железнодорожники обіцяють, до наступної зими повинні закупити 6 нових поїздів. Но майже 3 десятка старих вони не замінять. Несмотря на це, капремонт видавших види составів поки не планують. Це при тому, що останній раз их приводили в порядок более 5 лет назад. Галина Якушка, подробности, телеканал Интер, Львов. Из-за снегопадов движение грузового транспорта на автодороге Мукачево-Рогатин ограничено. Трасса Киевчоп пока открыта, однако синоптики прогнозируют, грядут метели, а в Карпатах не исключен сход лавин. Спасатели просят водителей не выезжать без крайней необходимости, а туристов отложить походы в горы. В обладминистрации сообщили, на дороге вывели 167 снегоуборочных машин. Но местные жители жалуются, те чистят только основные трассы. Це просто кошмар. Я не знаю, ну, тобто сніг почав падати, по-моєму, з вечора, і до ранку нічого не змінилося. Я не бачу ні техніки, ні нічого. Тобто комунальні служби, мабуть, чекають весни. На сьогоднішній день на ранок вже відбуксировано 4 вантажівки. Це ставалося здебільшого на шляхах місцевого значення, проїзд по перевалам Закарпатської області та автошляхам забезпечені в нормальному режимі. Попутками и то, если повезет. Уже несколько дней добираются домой из Кропивницкого жители соседних городов и сел. Пригородных автобусов нет, только сегодня отменили более 30 рейсов. И это при том, что движение на трассах не перекрывали. Почему тогда маршрутки не едут, выясняла Елена Брынза. Автовокзал в Кропивницком. Алена ждет свой автобус на Черкассы. Он опаздывает уже на 1,5 часа. Мы не знаем причин. Як додому добратися, теж не знаємо. Гостям, думаємо, якщо що, то здамо білет і поїдемо назад. Рейс на Черкаси все же уходить на зависть жителям області. Пригородні автобуси майже не курсують, хоча траси відкриті і розчищені від снігу. Валентин з трудом добрався до Кропивницького із села Червоновершка. Це всього лише 30 кілометрів путі. Тепер іще чим добратися до Світловодська. Дорога розчищена, я їхав сьогодні не буду. Сюди знайомі просто підвезли. Транспорту немає ніякого взагалі. А взагалі то їдуть пенсіонери. Щось треба купити. Хто, десь хтось в аптеку, хтось ще кудись. Водителі, які сьогодні вийшли на маршрути, підтверджують, траси проходимі. Почищено. Нормально, хороше. Їхати можна. Но на табло автовокзала информация об отмене 3 десятков пригородных рейсов. Где автобусы? Спрашиваем у диспетчеров. На Долинську сьогодні цей другий рейс. 9:50 було. Наверно, було масса автобусів. Було мене.
Руководство автовокзала не на камеру рассказывает. Несколько перевозчиков заявили о поломках транспорта. Остальные не вышли на маршрут без каких-либо объяснений. То ли машины берегут, опасаясь ухудшения погодных условий, то ли праздники у водителей затянулись. Контролировать перевозчиков обязан областной департамент инфраструктуры. Именно он проводит конкурсы среди перевозчиков. Но тут о проблеме слышат впервые. По лінії, де організатором перевезень є обласна державна адміністрація, в нас жодного рейсу не відмінено і не скасовано. Всі вони здійснюють в рамках режимів руху свої перевезення. Зачитуємо чиновнику список відмінених рейсів. Кіровоград-Знам'янка, Кіровоград-Маловийська, Кіровоград-Острівка. Ще раз вам пояснюю, що дані маршрути, якщо вони відмінені, то це не пов'язано зі станом доріг. Кажеться, що приїжджали на власному транспорті, автостопом добиралися. Хто? Це вам відомо? Люди? Так. Ну, я вперше відчую це. Нас про це не інформували. Теперь чиновники в курсе, будут просить госслужбу по безопасности на транспорте провести проверку и выяснить, в чем причина. Разрывать договоры с недобросовестными перевозчиками из-за беспричинного саботажа пока не собираются. Между тем, большинство пригородных рейсов отменили и на завтра. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кропивницкий. Беспокойный Днепр. Вчера стало известно о расстреле охранников в пригороде, а сегодня очередной трэш – нападение на снежную комиссию. В Днепре неизвестные разгромили автомобиль коммунальщиков. Все подробности выясняла Елена Миндалюк. В 8 утра комиссия горсовета выехала на контрольную проверку, как убирают от снега улицы Днепра. В салоне микроавтобуса около 10 представителей различных коммунальных служб и предприятий. Как только тронулись по маршруту, водитель заметил, что за ними едет черный внедорожник. Сначала ничего не заподозрил, но через полтора часа поездки стало очевидно – это хвост. А затем ленд-крузер прямо на дороге подрезал машину с коммунальщиками. По словам свидетелей, дальше все было как в фильме. Неизвестные подбежали к машине и стали ее громить. Сзади удар по кузову микроавтобуса, разбивают стекло заднее. Ну, слава богу, никто не пострадал, ни стекла не посыпались, ни в глаза, никому ничего, хотя там были члены комиссии. Значит, после этого услышали два таких вот удара, и после которых началось шипение воздуха, мы поняли о том, что два колеса были прорезаны. Молодой парень, где-то, наверное, рост 180 примерно, значит, и размахивается с тротуарной плиткой, половина тротуарной плитки, и бросает прямо лобовое стекло. После этого неизвестные сели обратно в машину и уехали. Коммунальщики сразу вызвали полицию. Патрульным описали внешность одного из нападавших и автомобиль, на котором они передвигались. Запомнили цвет, марку и госномер. Ориентирование по автомобилю передали в радиоэфир всем другим патрулям. На улице Набережной Перемоги, близко, ну, поруч сотого будинку, екіпаж помітив це авто, схоже за орієнтуванням, зупинили, з'ясували особу і викликали слідчо-оперативну групу Новокадетського району. Водителя внедорожника опросили и отпустили, мол, до выяснения всех обстоятельств происшествия. Ну а что же рассказал следователям водитель джипа и с какой целью тетушки напали на коммунальщиков, полицейские не разглашают. По факту нападения на представителя городской комиссии открыто уголовное производство по статье хулиганства. Ну а мэр Днепра через Фейсбук обратился к министру МВД, мол, в городе разгул бандитизма. Елена Медлюк, Евгений Коденцов, подробности, телеканал Интер, Днепр. В Закарпатье задержали контрабандистов с крупной партией табачных изделий, которую намеревались перевезти в Румынию. Сотрудники налоговой милиции нагрянули с обыском во двор частного дома. Он находится буквально в нескольких километрах от пункта пропуска Дьякова на украинско-румынской границе. Подозреваемые как раз паковали сигареты в тайнике авто. В сарае обнаружили целый склад – более 32 тысяч пачек сигарет с украинскими акцизными марками и с наклейками только для продажи дьюти-фри. Их ориентировочная стоимость – 700 тысяч гривен. И если бы товар удалось вывести за границу, дельцы заработали бы более миллиона гривен. Сигареты и авто конфисковали.
Израильская армия ведет войну с террористами в интернете. Спецслужбы выяснили, как хакеры Хамас следят за израильскими солдатами и добывают секретную информацию. О разведчиках виртуального фронта наш субкор Сергей Ослендер. Операция израильской контрразведки называлась «Битва охотников». Ни одного выстрела, ни одного боевого вылета. Все происходило в интернете, точнее в Фейсбуке, где контрразведчики выявили несколько десятков фальшивых профилей. С их помощью террористы Хамас знакомились с израильскими солдатами и пытались добыть у них секретные данные. Для большей правдоподобности использовали фотографии реальных девушек. В принципе, этого следовало ожидать. Террористы давно поняли, насколько безопасно для них виртуальное пространство, в котором невозможно физически уничтожить своего противника. Нельзя разбомбить его базы, ликвидировать главарей, взорвать запасы оружия. Зато один человек с обыкновенным смартфоном способен нанести вред куда больше, чем артиллерийская батарея или целая эскадрилья ударных самолетов. Выяснилось, что Хамас уже давно отслеживает аккаунты солдат в социальных сетях и создает фальшивые профили с фотографиями симпатичных девушек. От их имени хакеры террористов знакомились с военными, предлагали дружбу и общение через специальное чат-приложение. На самом деле это была шпионская программа, которая давала террористам полный контроль над телефонами солдат вплоть до подслушивания разговоров и удаленного управления камерой аппарата. Если правильно использовать и знать, как пользоваться социальными сетями, можно выявить колоссальное количество очень серьезной и ценной информации. К примеру, если узнаете распорядок дня солдата, во сколько он уезжает и по какому адресу, где находится его военная база, где он расквартирован будет через неделю, через месяц и так далее. Таким образом, можно сделать вывод, что точно так же и ведет себя рота, в которой он служит, далее батальон и полк и так далее. На любой фотографии, которую делают с помощью смартфона, есть геометка. Поэтому солдаты, размещая свои снимки в Фейсбуке, фактически делятся с противником своим местоположением. Дислокация частей, количество, вооружения, даже планы командования – все это можно узнать с помощью социальных сетей. Это совершенно другой вид войны. Непривычный, а значит очень опасный. Армия сейчас предпринимает серьезные меры для защиты от таких виртуальных атак. Солдатам запрещают пользоваться смартфонами на базах. При любой подозрительной активности вокруг их аккаунта сразу требуют обращаться к командирам. И главное, не размещать на своих страницах ничего, что касалось бы информации о службе. Неосторожность в интернете приводила и к совсем трагическим последствиям. Во время второй интифады палестинка из террористической организации познакомилась в чате с израильским школьником, выдала себя за израильтянку и заманила мальчика в Рамалу, где его убили. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Какая зарплата у мужа, сына или любовника? Для немецких женщин это теперь не секрет. Власти Германии приняли так называемый закон о прозрачности доходов. С какой целью? Расскажет Татьяна Лагунова. Равенство во всем, особенно в зарплатах. Правительство Германии после долгих и жарких споров одобрило закон, который поможет уравнять доходы мужчин и женщин. Принятие этого закона анонсировали еще 3 года назад, после проведения парламентских выборов. Отдельным пунктом его даже прописали в коалиционном соглашении, которое заключили правящие партии. Но до реализации идеи дело никак не доходило. О зарплатах, особенно собственных, в Германии распространяться не принято. Речь идет о том, чтобы сломать табу. О деньгах не говорят. Этот запрет приводит к одному. Человек не знает, справедливо ли оплачивается его труд. В первую очередь не знают этого женщины, которые, как правило, получают на 20% меньше, чем мужчины, занимающие такие же должности. Теперь с тайнами в коллективе покончено. Закон разрешает сотрудникам фирм узнавать, сколько зарабатывают их коллеги противоположного пола, и обязывает руководство компании проверять, сохраняется ли принцип равенства. Закон принят, но его еще должен одобрить Бундестаг. Впрочем, учитывая, что у правящей коалиции в парламенте большинство, особых проблем не возникнет. Да и женщины-депутаты от оппозиции явно не будут против. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. В Гамбурге торжественно открыли самый знаменитый немецкий долгострой – Эльбскую филармонию. Амбициозный проект воплощали в жизнь на 7 лет дольше, чем планировали, а денег ушло в 10 раз больше – почти 800 миллионов евро. Помпезное здание возвели на крыше бывшего товарного склада. В новой филармонии находится зал камерной музыки, концертный зал и роскошный 5-звездочный отель. Первый концерт, который состоялся накануне, посетили канцлер Ангела Меркель и президент Йоахим Гаук. Почему в Европарламенте озаботились правами
роботов, как венгры защитятся от эпидемии и что общего между гамбургером и марихуаной. Об этом и не только в нашем обзоре. Небывалый улов. Боливийская полиция во время рейда обнаружила три поля конопли. Одно из них размером почти в 2 гектара. Полиции уверяют, подобное видят впервые. Урожай собрали и сожгли. Кто лишился 14 тонн марихуаны, неизвестно. В полицию жалоб пока не поступало. Гамбургеры влияют на мозг так же, как марихуана. К такому заключению пришли ученые Калифорнийского университета в Риверсайде. Как оказалось, большое употребление рафинированных жиров, а именно их так много в фастфуде, запускает в мозгу процесс, в результате которого возникает непреодолимое влечение к еде. Считать ли роботов электронной личностью? Этим озаботились в Европарламенте. Там уверены, через несколько десятилетий искусственный интеллект переплюнет человеческий. Поэтому уже сейчас нужно разработать свод правил, по которым люди будут общаться с роботами. В частности, должна быть кнопка, чтобы вырубить андроида, если жизнь человека окажется под угрозой. Бразильские студенты изучают анатомию с помощью скелета нациста Йозефа Менгеле, известного еще как «Ангел смерти». После Второй мировой Менгеле бежал в Латинскую Америку. В 79-м скончался от инсульта, купаясь в океане. Родственники отказались перевозить останки в Германию, а местный профессор Даниэль Ромео Муниос решил, кости пригодятся для его студентов. Японцы, известные своими всевозможными изобретениями для туалетной комнаты, в этот раз решили пойти еще дальше и придумали туалетную бумагу для смартфонов. Мол, пользователи в комнату для раздумий часто берут телефоны, а их тоже нужно держать в чистоте. Уникальный антибактериальный спрей создали венгерские ученые. Он безвреден для человека, но смертелен для микробов. Чтобы бороться с эпидемиями, смесью обрабатывают общественный транспорт и больницы. Венгры уверяют, в отличие от других подобных изобретений, их защита более эффективна. Ведь не переживать по поводу бактерий можно будет в течение целого года. В компании Facebook хотят научиться читать мысли пользователей. Разработка этой технологии займется секретный отдел Facebook. Сейчас там ищут экспертов по нейровизуализации и электрофизиологии. Ранее создатель компании Марк Цукерберг уже заявлял, что однажды люди смогут читать мысли друг друга, используя компьютер. За развитием событий следите на нашем сайте подробности.ua, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи.